Привет! Решили сегодня снять содержимое нашего холодильника. Может, кому-то будет интересно, что тут едят в Америке. Стася и Дима, извините за плагиат, но тоже очень хотелось поделиться содержимым нашего холодильника. Хотела сейчас сначала показать, что мы с собой привезли некоторые магнитики, которые для нас особо дороги. Это напоминание нам о местах, где мы когда-то были. И о которых у нас очень приятное впечатление. Ну, начнем с морозилки. Она у нас очень пока скудная. Скудное содержимое здесь. Купили курицу пока только. Ну, вот мы не были просто в том магазине, где мясо хорошее продают. Или мороженое вот такое, очень вкусное, говорят. Так, морозилка. Все. В морозилке у нас все. Холодильник. Купили ягодки, это у нас ежевика, малина и это голубика, виноград. Это мы начали рис варить, и оказалось, у нас газа нет, мы не готовы были к этому, нужно было газ, оказывается, подключать. Индивидуально именно, чтобы мы были. Так, это сыр тофу мы купили. Две упаковки яиц. Что у нас тут еще есть? Сметанка вот такая. Хлеб мы тоже в холодильнике решили пока хранить. Не знаю, мы еще не поняли, как тут что. Печенье тоже пока вот здесь. Овсяного. Ну, вкусно. Вкусно мы попробовали. Это лимонное печенье, это ванильное печенье. Так, салат. Тоже хлеб. Кокосовое молоко. Это фасоль зеленая. Соков. Тут у нас куча. Оранж апельсиновый. Еще один апельсиновый. Два, что ли, Виталик взял. Это джус тоже оранж. Это томатный. Вот такая морковка нам понравилась, что она уже мытая. Ее просто берешь и хрумкаешь. Евочка очень любит ее. Да и мы, собственно, тоже грызем витамины. Авокадо у нас есть. Авокадо здесь вкуснейшее, не то, что мы в России покупали, деревянное. Чуть зубы не сломали. Вкусное, сочное. Очень понравилось нам. Зелень. Это у нас кинза. И кинза, кто как называет. Так, извините, лук зеленый. Это петрушка. Как же без капусты, без щей. Купили капусты, там свекла, морковка, которую нужно тереть. А, нет, это какая-то такая картошка. Забыла, как ее называется. Оля Брукман про нее рассказывала, видео делала. Даже готовила ее. Извините, забыла, сейчас не скажу, как она называется. Может, подпишу к видео. Помидоры мы без них жить не можем. Купили целую кучу помидор. Лук белый. Редиску. Морковку. В двери у нас сок. Какой-то ну, разных тут. И морковка, и фрукты разные. Молоко. Вот это вот я не ем. Виталик только ест. Это ореховая паста. Изюм две пачки. Это я не знаю, что Виталик купил. Лимон джус.
этому думали печенье. Оказалось, это для выпечки что-то. В общем, попробуем, может, испечем. Это Евочка любит такие пирожки. Фруктовые разные, зерновые. Шоколадки. Не пробовали, не знаю. Попробуем, скажем. Вкусно, невкусно. Так. Хлеб. Ну вот, собственно, и все. Всем пока. Пока-пока.